семена флоксов пятнистых Росалинды сеют сразу в открытый грунт в конце апреля-мая. Культура неприхотлива, лучше всего растет на солнечных или частично затененных участках с легким, рыхлым, дренированным грунтом. В уходе флоксом Росалинды необходим регулярный полив, внесение удобрений и подкормок. Разрастаются растения быстро. Высота взрослых кустов может достигать до 130 см. Соцветия цилиндрические, высокие и плотные, розово-сиреневые со светло-малиновой серединкой. Цветет многолетник с июня по август. На протяжении всего цветения от соцветий исходит тонкий аромат. Флокс пятнистой Росалинды – это травянистый высотой 100 см. Цветет растение в месяц июнь и июль. Окраска цветка сиренево-розовая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.